несколько песен из, так сказать, более близких к нам войн. Вот, например, война 08-08-08. Это когда было в Южной Осетии, а песня моя об этом называется, как ни странно, песни о Грузии. Что за странная надпись на гильзе в осетинском сожженном селе? Минеральные воды Лагинза нацарапана, как на стекле. Да, я помню, проспект Русталей, им Тацминду над ним и Куру, им грузинским духанок шумели, отпиваясь водой поутру. Этой самой водой минеральной из бутылей, висящих вверх дном, в тихой лавочке что-то центральной на проспект выходило окном. А какие там были сироты вкуса меда и цвета зари? Это вы, господа, не Европа, это Грузия, черт побери. Это вы, господа, не Европа, это Грузия, черт побери. Разве мы не любили друг друга, наших предков и наших святых? Разве не исполняли по кругу строгой песен наивно простых? Только странно в лесной границе под огнем опасаясь привстать, минеральные воды Лагинза на задымленной гильзе читать. Минеральные воды Лагинза на задымленной гильзе читать. Браво!